В Великобритании жарко живут обезьяны? Именно в Гибралтаре. Стыд и позор мне, но я всегда думала, что Гибралтар – это регион Испании. А это и не Испания вовсе, а территория Великобритании со всеми ее законами пересечения границы. Так ради чего стоит ехать сюда? Ради видов, потому что за проливом вы увидите Марокко, а также ради полудиких обезьян, которые живут на Гибралтарской скале. Внимание, обезьяны там ничего не боятся, норовят забрать у вас все, что только можно. Две штуки запрыгивали на меня и пытались расстегнуть молнию на рюкзаке. Не пытайтесь забрать что-то у них силой, если это не еда, они сами скоро потеряют интерес и бросит ее. Также ваш тут телефонные будочки и маленький небольшой уютный городок с английским шармом.